Есть же ответственность уголовная у нас. Ну, здесь, понимаете, сложно будет, конечно, установить, сразу скажу. Потому что толпа большая, даже съемкой это сложно будет. Хотя здесь во многом, конечно, это надо руководство и футбольного клуба «Спартака», который со своими болельщиками должен работать. К сожалению, они вчера были, многие просто неадекватны. Ответственность суд определяет, там для лишения свободы предусмотрено наказание. Градация достаточно большая. Ну, надо установить их сначала. Вот следующее. Говорить об ответственности.